Мир стремительно меняется, становится все менее безопасным для жизни нормального человека. А ряд государств и вовсе погрузились в пучину гражданских войн и межнациональных конфликтов. Вам это не просто известно, мы с вами это прочувствовали на себе. Возле наших западных и северных границ идет постоянное наращивание военного потенциала. Польша и страны Прибалтики стали полигонами для регулярных учений и тренировок войск НАТО. Нам грозят не только введением новых экономических санкций. Против нас развязали настоящую информационную войну. Постоянно устраиваются политические провокации. Однако время прошло, страсти хоть немного улеглись, и люди воочию увидели, кто рвался к власти. Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшими иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость. Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующими с БЧБ-флагами и портретами фюрера. Несмотря на огромное финансовое вливание, прямое иностранное участие в организации протестных акций, подготовки радикальных элементов, попытка возродить подобное в наши дни фактически захлебнулась по простой причине. Невозможно героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина.